Батька, эх. Налево. Вроде уже, кстати, Олег уже. Отер, отер, налево, налево, перестройтесь, отер, налево. Налево. Налево, да, Коба, за мной это. Гайда. Димка, ты ж коза. Ты ж молчишь. Гайда. Давай, давай. Ходи, тут прячем. Тут прячем лошадей, аккуратно. Все, кобылка тут стой. Пехота, бегом, спеши, спеши. Так, копы, приоритет занятия, пулемет на расчет. Все, что хотите, любая позиция ваша. Так, ну, что пехота рассосаться в ах. Со мной. У вас одна минута, через минуту проверю позицию. Откуда противник? Бегом. Идти. С юга. Бегом, 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 оружие доставим. Пулеметчик немец, ну разойдись, дайте пехота, блин, пулемету повеселиться. Прокачивайте ногам. Не могу поставить сюда облокотитель. Так, пехота, вижу, откуда немцы работают. Азимут 140. Он тот лес, оттуда трассу видел. Приготовь. Кусочек движения, ну не успел поменять, свой не свой. Так, метис в порядке, да, Слимка, Экселибрис, чуть правее. Барман, правее уходите, правее, правее, правее. Уходите правее, метис. Александр, хорошо, дальше, дальше уходим. Слимка, дальше. Сюда, товарищ командир? Да, тут сидите. Можешь вот занять позицию. Барман, 143 трасса летит. Вот тут хорошая позиция, сядь в окопе. Так смотри сзади, когда услышишь это какой миномет, сразу. Так точно. Слимка. Правее сюда. Ну, я сольно. Ну. Все, позиции хорошие. Пехота, пока сидим, осматриваемся. В случае, если услышите миномет, сразу прячемся. Командир отделения, где? На месте, здесь, здесь, здесь. Роман. Ваша сдача, я тут открою. Форма. Я, слушаю, слушаю. Да, да, да. Санта поделился. Наблюдать деревню Жулебино, Жулебино, Силука. Да, 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 сейчас, дальность, пример. Какой? Еще раз, какой перекрест? Километр почти. Понял, сейчас я сам посмотрю. У тебя есть эта самая силовая граната? Нет. Пистолет нужен, нет. Товарищ командир. ПШ, все. Товарищ командир. Да. На командир отделения. На 143 видел вражеские трассеры. Да, где да, я говорю, оттуда работает. Работать? Отсюда работает. Так нет, там нет никого. Я в бинокль даже никого не вижу. Отставить, не работать. Так. Пехота, перед нами деревня Жлебин. Нет, а где... дымовые у тебя есть гранаты? Нет, нет, дымовые есть. Цвет какой? Белый. Смотри, Мед, если ты хочешь, чтобы мы тебе пришли, ну там задачи, чтобы ты увидел, да? Ты кидаешь дым, он такой на левую
Да, мы туда, понял. Но выйду, я прискакался. Все? Давай два раза, давай четыре раза выстрелим. Тут будет стрельба жуткая, скорее всего. Лучше дым откинуть. Я понял. Все, я ушел. Так, пехота, все меня слышат? Правый край, Слимк, Эксилибри, да. Слышите меня? Да, смотрите, слышу, прямо перед нами на юге деревни, которые жили, не пожили советские граждане. Но немецко-фашистские захватчики уничтожили деревню. Ваша задача смотреть, осматривать эту деревню, чтобы немецко-фашистские захватчики не прошли через нее. И спасти, спасти нашу родную землю от немецкой погони. Все приняли задачу. Так точно. Так точно. Ура, не слышу. Ура! Ура! Ура, ёпта! Ребята, ребят, идите сюда. Так, вот Желебина, вы видите? Угу. Ага, вот чуть левее, смотри, карту открой. Перелесок с полкилометра. Понял. Там было перемещение какое-то. На дымах там понятно, там уже ближний бой. Хорошо, накрою, хорошо. Глаза хорошие, прям ясно. Снайпером у тебя отправим, если переживем этот бой. Уже Советскому Союзу. А нет, еще трудовому народу, извините. Не то время. Забывай, не забывай, снайпером. Ты как там прессуют, понимаешь? Может, это? Так, куда ты подогнать? Ты знаешь, куда? Мы не знаем, где наши, где враги. Да так, там трассеры летят желтые. Наши вот эти специализированные красные, я тебе так скажу, это тоже желтые. Наши вон крепо летят. Очень похожи на тот. Вот это наши красные стреляют. Так, командир. Я. Покажи одному серию двух бойцов лошадей попрятать, чтобы они все в кустах были. Ну-ка, метис. Лошадей попрятать. Подожди секунду только. Секунду. Подошли-ка мне туда. А, блядь, я запрещен уже условностью. Каждый так, свою окей. Обязан. Пулеметный расчет. На свои лошади сели чуть севернее, когда куда? Убрали. Чуть севернее в кусты спрячьте. Есть. Как сделать и придете. Пока остальные сидят. Я не понимаю, куда наши направо стреляют. Я понимаю, просто я говорю, блин, установись, лошадь. Меня лошадь скидывает. Куда? Так, Мети, Сандер, бегом. Свои лошадь перепрятали, куда их пулемет наверное перепрятал. Вернулись на позиции. Есть. Ну, я как-то осматриваешься. Моя лошадь, подожди. В смысле? Моя лошадь, у меня черная была. Так у меня же тоже черная была. А как делать? Ой, да ёпта, да какая нахуй разница-то, в принципе, блядь. Там тебя в дурдом не повезли? Так,
в этот, сюда направили. Ну, как раз таки, добро пожаловать в дурдом. Так, все, командир здесь. Летица, спрятали свои самца? Так точно. Ну, мою лошадь кто-то спиздил, поэтому я на другую сел, да и перепарковал ее хули там. Ну, аккуратно, аккуратно, вытихнем, что солнце. Кто? Посмотрим. Димой, копы сюда видите, парни? Лимка, Слимка и Ксилибрус, лошади Димой. Ваши две сажались. Только край Брус. Там три, слышишь? Как бинокль пустой. Да, видно. Там наши или враги? Я МГ-34 спрятал, я хотел. Лошадей перепрятали дальше. Отлично. Товарищ командир, посади за отделением, я лошадь свою спрячу. Да, там свои уходят, слышишь? Свои уходят. На СТБ. Слышишь, доложи. На седьмом окопе. А лучше докладываешь, что седьмой окоп отступает. Седьмой окоп отступает. Седьмой, кстати. Нам сейчас отступил. Будет движение. Там все три пистоли. И кусты мешают мне просматривать. Всем мешают. А еще вот это Слимкович. По Синку по шестому окопу. Шестой окоп наблюдает кто? Я наблюдаю шестой окоп. А в седьмом? Шестой окоп был только что под плотным огнем. Что ты хочешь? Сказывай, что видишь? Зачем мне? Ну, мы копии закончились наши. Головы больше не мелькают, только лошади. В шестом закончились? В шестом, так точно. Шестой пальцем покажи. У меня ДВ есть. Справа кусту. Правей? Понял. Да, вот это его. За ним пятый. Вот на пятом уже точно не будет. Ну, вот в этом сейчас только что было движение наших, головы больше не вижу. Вот это они. За седьмым наших не было. Женя на нашем фланге. Смотри, как только увидишь противника, все, разрешаю вам короткими чердями подавлять. Ты его наводишь, он стреляет. Какая дистанция до туда? Метров 400? У тебя есть, мы наводим. Так а немцы-то могут лошадей спиздить или нихуя? Хороший вопрос. Командир, рассказывай, что жарко? Пятый окоп уже был потерян. Пятый, да, но пятый не видим. Мы думали, что там пятый, а это на самом деле шестой. Это шестой, да. Вон, у меня хороший. Шестой был штурмует враги. Шестой, что ли? Я говорю, шестой штурмует враги. Откуда ты видишь врагов? Я не вижу, мне доложили. Понял. Давайте-ка короткую очередь. Половина правее в елке. Пулеметчик. Как раз пристрелочный дашь. Дальше чтоб снова. Вон, как раз 600. Обратно, миномет работает. Точно. Остальные не спать. Смотрим. Юг 210, чтобы к нам не подошли в упор. Не спим, братцы. Давай, представь, что пол диска. Да, я учился. Вот так, отлично, просто попадаешь. Чуть выше надо, прям чтобы по склону, что по горизонту. Выше, во, нормально. Вот это хорошо, все, и дай это. Все, отставить. Диска работает. Командир, меня чуть не пристрелили. Война. Передал, да? Бля, пуля. Пуля дура. Да, передал. Ну, шестой, мне кажется, уже там почти. Там есть. Ну, там наши есть, но его отрабатывают жестко. Давай, разрешаю раз в минуту по 5-10 посылать туда, чтобы так точно не расслаблялись немцы. Еще с деревни отрабатывают. Ну, да, вот, чтоб стрелял, правее на копы, в лесу. У нас нарочный к седьмому пошел, там стрельба, блин, не выживет.
Ну это как его, мостинки, разрешаю сделать 1-2 выстрела пристрелочный, где-то метров 650 до 6-го. Форман там слушает. Что же к 6-му подходит? Все поняли, какая дистанция. Снимка, эксибит, брус, услышали? Мне не видно 6-й окоп отсюда. Все, 6-й окоп закрылся. Кто в окопе? А, это наш? 109. Ох, бегут, суки, бегут! Да! Ни шагу назад! Нет, стоять нет, на нет, там, нет, там приказ же, приказ отступать. Кто по полю бежит? Где по полю бежит? Наши бегут, да? Где? С шестого, шестого. Восток, на сто, с горы. Шестого кто бежит? Наблюдаешь? Свои бегут в атаку на седьмой. Двое, трое. Свои бегут, на седьмой возвращаются. Он бегает. Противник занял окоп. Противник занял шестой окоп, забежал. Шестой, вот оп. Наши идут, подави шестой, вот. Шестой окоп. Отставить судьбу. Взводный, что за дезинформация? Извиняюсь. Они, короче, смотри, как было. Он, походу, с пятого окопа, шестой. И выдвинулся на лошадь. Штабное отделение, двигаемся. Седьмой окоп под обстрелом. Там уже под дымы заходит в шестой. По шестому миномет работает. Подави дымы, подави окопа, подави. Штабное отделение, вы бы шли. Кто именно? Окоп. Давай за склон. Во, вот так. Я не знаю, где штаб. Штаб, карту открой. Штаб. Фейерборном пошли, на лошади идут, слышишь. Тебя тут оставили? Ну что-то они так ускакали быстро. А он дал команду, я слышу. Да? Я, значит, не расслышал под выстрел. Так, это как бы дай мне информацию по седьмому окопу. Да, забирай линк. Никого не видно. Там миномет работал, потери есть? Видел? Не могу знать, никого не видно. Все справа пошли. Мертвый? О, движение в седьмом окопе. Движение в нашу сторону пятого или шестого. Есть, За вами полностью. В этом случае я никого не вижу. Так, да, следите. Они вот тут, если хорошо, они выходят и прям носят. Поэтому следите прям внимательно. Так точно. Поэтому вот здесь впереди. Смотрите, если миномета слышите, сразу бегом сюда, прям в этот окоп. Чтобы блиндаже накрыть. Сержант, отделение по коням. Кира, отделение, говорю, отделение, за ней. Подожди, Кира. Стоп. Чего? На четвертый, поправ. По коням. Отделение, окоп, отделение, занять все свои лошади. Лошадей занять, кобылок берем и уходим. Ух, сюда летит. Ух. За ух. Кобылками. Как бы ничего, нормально все. Нормально все. По кобылкам работает манат. Пошли, брат. Пошли сразу туда. Уходить. По эрборным миномет работал только что. Занят. Бой, всадники Теодена! Копья вздымайте! Щиты крушите! День сечи! День славы! Вперед, навстречу заезд! Работает. За мной! Пошли. Бегом, Маш! Отделение, за командиром, пошли! Спидомет по штабу работает, а тут речи прям будет. Принято. Кира, стой, кому говорю! Кира, аэрборнов с собой. Принято. Сюда миномет только что работает. Полковник! Да, я. Ты ведешь отделение УТ до 4-го окопа, понял? Отделение понял, веду до 4-го. За мной.
Давай, 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 где? Арбор, за мной, сюда. Да, сюда, за мной. За мной, за мной. За мной, пошли, пошли, пошли. Двигаем. Давай, давай. Ай, ранен, блядь, пошли, бегом. А, блядь, да, осторожно. Блядь. Лошадка, беги. Вези меня, кобылка. Командира ранили, Нога, блядь. Чё, наган? Нога. Я? Медика, медика, бросься. Ярик, у нас нет потих. Где четвертаков? Бегом, бегом, за мной. За мной, что никого не потеряли? Ты кличка, медица вижу. Брома, тут. Смотри. Кто стоя бежит? Это цирк. Цирк, ой-ой-ой, по мне. Мансуй, мансуй! Налево, налево взяли, налево взяли. Ёптыть! Мы где окоп-то наш? Алло, где мы? Полковник? Где мы находимся? Полковник. Это что, третий что ли? Это четвертый окоп. Занять пиком. Спишите, занять пиком. Есть. Блять, лошадьми накрыло нахуй. В окопы, пацаны, блядь. Подавление. Занять, занять. Огонь, огонь. Ёбаный рот, блядь. Чё за техника у них? Конечно, рассоситесь, чего там все вместе сидите? Блять, задело. Патроны, блядь.
Гранаты у всех есть? Да не, рано, рано, наверное. Это наши, что ли, кидают? Да не, братцы. Чё? Пиздец. Бегут, 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 пацаны. Метров 200, метров 200. Он рядом, рядом. Рядом уже, кидайте гранаты. Держимся. Гранаты кидайте, блядь. Гнида ползет, блядь. Фу, блядь. Жесть, блядь. Вот они рядом, рядом, рядом. На 120, на 120. За кустом, 110 за кустом. Бля, граната есть у кого? Граната чья? Моя, моя, успокоится. Хорошо. Стоим, стоим до конца, пацаны. Убил, убил, убил. Кого тащили, блядь. Добивайте, пацаны, блядь. Пленных не брать, блядь. Сука, пулеметчик роет, блядь. Брат, с оружием заклинило, что делать? Оно не помогает. Опа!